Здравствуйте, в эфире телепроект «Знай наши», я Юрий Прокопенко. Я Ирина Бордиловская. Сегодня мы приглашаем вас заглянуть в королевство сна и узнать, на каком матрасе лучше всего спится. Выяснить, что такое каскетка и как правильно выбрать спецодежду для безопасной работы. Что ж, я, пожалуй, отправлюсь в королевство сна, а Николай Команцев пусть примерит спецодежду, да? Конечно! Если женщина что-то хочет, ей нужно обязательно дать, иначе она возьмет сама. Чтобы увидеть, влюбиться и что-то выбрать из всего этого великолепия, совсем не обязательно ехать в Лондон или Париж. Достаточно заглянуть на второй этаж Могилевского торгового центра «Стиль» и посетить магазин «Королевство сна». Товар, который производит белорусская компания «Condor PTM Plus», по красоте и качеству не уступает известным западным брендам. А цены порадуют любого покупателя. Приглашаем вас в путешествие по «Королевству сна». У нас очень большой ассортимент мебели. В частности, мы предлагаем мебель из массива гивеи. Это каучуковое дерево. Значит, она должна быть мягкой. Нет, наоборот. Каучуковое дерево не имеет годовых колец, поэтому оно очень прочное. Такая мебель прослужит вам очень долгие годы. В общем, это кровать для любителей поваляться подольше. Это тоже массив гивеи. Как видите, цвет другой. Но гивея тем и славится, что у нее есть разные оттенки. Как видите, комод оснащен разными секретиками. Тумбочка. Очень удобно. А здесь еще есть очень интересная модель. Посмотрите. Комод с зеркалом. И... Опа! Да, для дамских секретиков. Штучек таких. Да. У нас мебель для спальни, также у нас мебель для гостиной есть, столы, стулья. Сейчас в современном дизайне очень важно и очень красиво смотрится мебель из эко-кожи. Вот, пожалуйста. Эко-кожа? Да, эко-кожа. Она очень мягкая, эластичная. Она теплая. Да, вы правильно заметили, она теплая и воздухопроницаемая. Это же просто царское ложе какое-то. Я прилягу? Конечно, пожалуйста. Чувствую себя царицей Савской. Королевство сна готово предложить своим покупателям не только мебель класса премиум, еще эксклюзивные светильники, которые в других магазинах не встретишь, на любой вкус и кошелек. Мне вот эти очень нравятся. Скажите, из чего они сделаны, вся эта красота? Это металл идет и хрусталь. Хрустальная люстра в стиле, я не знаю, Римской империи. А еще в королевстве сна можно выбрать удобный матрас, и сладкий сон вам гарантирован. У нас широчайший ассортимент матрасов, как пружинных, так и беспружинных, которые основаны на натуральном латексе, кокосовой коре и сизале. Это называется ортопедический матрас? Да, и те матрасы ортопедические отличаются в наполнении. А вот чем ортопедические матрасы отличаются от обычных? То есть ортопедические, они поддерживают тело в правильном положении во время сна. Поэтому это очень хорошо для нашего здоровья. На ортопедических матрасах может спать любой человек? Ребенок, взрослый, старик? Или... Да, безусловно, может любой спать. Просто будет разный уровень жесткости. Для ребенка один, для более взрослого человека совершенно другой. Мне бы вы что посоветовали? Вам бы я посоветовала средний жесткий. А можно ли здесь... Ну, вот на себе испробовать матрас. Конечно, можно. Это у нас здесь специально зона подбора, чтобы можно было и посидеть, и полежать, и подобрать именно тот матрас, который подходит вам. Ой, он принимает форму тела. Я бы выбрала этот матрас. Замечательно. Это как раз-таки и есть тот самый матрас, который без пружин. Только из натуральных материалов.
хочу обратить ваше внимание, что всю эту красоту вы можете дополнить текстилем, который подчеркнет только вашу индивидуальность и создаст дополнительный комфорт. С 1 февраля в Королевстве Сна началась тотальная распродажа. Теперь товары можно купить с 30% скидкой. Так что если вы хотите приобрести роскошный интерьер по приемлемой цене, вас ждут в Королевстве Сна по адресу. Город Могилев, улица Габровская, дом 41, торговый центр «Стиль». В Могилеве есть десятки компаний, которые занимаются продажей спецодежды и обуви для работы. Изучив разные предложения, я решил посетить магазин спецодежды, что на Пожарном переулке 7. Почему его? Ну, потому что здесь впечатляющий ассортимент. Более 200 позиций. О, звонок. Есть кто живой? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Николай. У нас одежда для всех практически отраслей производства. Только так называемых летних спецкостюмов в торговом зале я насчитал 25 видов. Это хороший показатель, ведь здесь можно себе найти спецодежду по вкусу. Ну, например, сотрудник строительной компании или фермер. Это очень удобная ткань. Она идет 50 на 50. То есть, как внутри. Понять, 50 на 50? А теперь рассказываю. Значит, внутри, смотрите, она идет полностью ХБшечка. Ну да, то телу есть, приятно. Так. Телу приятно, не потеете летом и, как говорится, не холодно не зимой. Не мерзнете зимой. Да. О достоинствах именно этого костюма Наталья рассказывала еще мне минут 15. К плюсам. Хороший дизайн, универсальная ткань, возможность изменять размер, большое количество всевозможных карманов и карманчиков. Я добавил бы еще один. Качество пошива. Вот, ну, посмотрите. Классно? Классно. А причем внутренние швы все шиты тремя швами. Тройной шов – это хорошо. Светоотражающие вставки – замечательно. А вот что касается одежды с повышенной степенью защиты. Оказалось, в магазине на Пожарном 7 есть и такая. А вот это что такое? Это специфическая, скажем так. Ничего себе! Рабочая одежда, два костюма, которые предназначены для работы сварщиков. Это кожа, необработанная кожа, которая не горит. Путешествуя дальше вдоль прилавков, я обнаружил отличные жилетки с водоотталкивающим верхом и утепленные натуральные овчины. Рядом мною были замечены майки и поло из 100% хлопка, светоотражающие жилеты и... светоотражающие подтяжки. Согласитесь, название смешное, но для велосипедистов отличный вариант. Также мое внимание привлекли пару зимних комбезов. Вот эта куртка, она выдерживает 2 часа при температуре минус 60. Так что рыбакам и охотникам на заметку. А еще для меня стало открытием, как выглядит современная защитная рабочая обувь. Модный дизайн, верх – натуральная кожа, внутренняя отделка обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, кроссовки антистатичны, носок способен выдержать нагрузку, внимание, до 200 джоулей. Это, представьте, вам на ногу с метровой высоты падает 70 килограммов груза, а ноги в этом кроссовке хоть бы что. Кстати, еще одна особенность. Приходили наши клиенты, рассказывали, что капнуло масло, загорелось, потушили, не осталось даже капельки. В общем, такая спецобувь – отличная альтернатива некогда популярным кирзовым сапогам. Да, чуть не забыл, в магазине на Пожарном переулке 7 можно купить резиновые сапоги, внимание, с усиленным носком. Ну а на следующем стенде была представлена коллекция рабочей медицинской одежды. Есть костюмчики такие хирургические, которые уже подходят и женщинам, и мужчинам. То есть в основном это хирурги, все наши врачи-мужчины. Я вижу стоматологи. Стоматологи. У нас есть такие халаты, костюмчики, которые, то есть, ну, можно сказать, вообще для всех сфер обслуживания, включая не только медицину. Замечу, эта коллекция сшита из ткани с повышенным содержанием хлопка. Ну и также помимо одежды всей рабочей, у нас присутствуют средства индивидуальной защиты. От такого изобилия у меня прям-таки зарябило в глазах. Здесь тебе и защитные наушники, и сварочные очки, и маски, респираторы, регулировочные жезлы, фонарики всех мастей, наколенники и перчатки с разными степенями защиты. А от каскетки, это бейсболка-сказка, я был вообще без ума. Одним словом, вспомнил детство. Вы знаете, я вот в магазине спецодежды
Ощущаю себя как в детской комнате. А знаете почему? Здесь все ярко и все надежно. Жан-Батист Мольер как-то сказал: «Как приятно знать, что ты что-то узнал». Согласимся с великим французом, смотрите телепроект «Знай наши» и делайте для себя приятные открытия.